Ветераны труда Ленинского района города Бреста начали праздник с лучших традиций хлебосольства. На выставку «Урожая 2013» они принесли собранные на дачных участках дары осени, сделанные собственными руками заготовки на зиму, испеченные с любовью вкусные и красивые пироги, украсили праздник цветами и изделиями, которые смастерили сами. Мы принесли дары природы и то, что можно сделать из этих даров. Мы испекли пироги, мы испекли грибы, дальше мы принесли виноград, морковь, помидоры, ну все, что можно. Но во время труда на наших дачах мы еще и отдыхаем. Вот Неля Самойловна, у нее золотые руки, она вяжет. У тех, кому немного за, наконец появилось свободное время для реализации тех задумок и идей, которые они откладывали в молодости до лучших времен. И теперь у пожилых людей есть возможность заняться любимым делом, посвятить себя увлечениям и хобби. О том, чтобы пенсионеры чувствовали себя востребованными, заботится и правительство. На сегодня работает администрация, территориальный центр с людьми, не только вот людьми пожилого возраста, работают и с инвалидами, и с людьми, кому необходима другая помощь, в том числе и социальная помощь, и психологическая помощь. Работает у нас и институт третьего возраста. На сегодняшний день это такое у нас инновационное мероприятие, когда люди, вышедшие на пенсию, на заслуженный отдых, они сегодня обучаются каким-то новым навыкам, специальностям. Кто-то учится вязать, кто-то учится шить, кто-то обучается компьютерным информационным технологиям для того, чтобы верно себя чувствовать в современном мире. И также мы не забываем и о культурной составляющей, потому что люди и путешествуют сегодня по Брестской области, по Беларуси организовываются группы для них. Много мероприятий проводятся в самом городе Бресте, вот, поэтому есть для них и клубы по интересам. Та радуга добрых дел, которая сегодня проводится в Ленинском районе, это прекрасное, замечательное мероприятие, еще одна возможность встретиться, пообщаться с ветеранами и сказать им спасибо большое за то, что они есть. Цель Международного дня пожилых людей – привить мировому сообществу чувство уважения и любви к старости. Ведь рано или поздно мы все достигнем возрастного пика, и нам тоже понадобится поддержка. Мы все с нетерпением ждем 1 октября, потому что это замечательный праздник, День пожилых людей. Мы с удовольствием ждем его, готовимся к выставке, потому что уже вот 14 лет мы проводим эти выставки. Поэтому все, кто у нас участвует, с нетерпением ждем. Это так красиво, так и это самое, оригинально. И как говорил Александр Сергеевич Пушкин, осень – унылая пора, а чей очарование? Людей активных в районе с каждым годом становится все больше. Начиналось все с Совета ветеранов, где было несколько десятков инициативных людей. Теперь же в районе уже 10 ветеранских клубов, которые активно выступают по всем учебным заведениям. А институт третьего возраста, который работает в Центре территориального обслуживания населения Ленинского района, он уже объединяет, в принципе, около 1000 людей. Сегодняшний праздник подчеркнул, что для мудрых людей преклонный возраст – в радость. И эту радость есть с кем разделить.